Ой, Лиль, ну что, давай собираться, Я не да? знаю, что делать. Во-первых, и как этой Собираться тёлочке куда куда-нибудь. собираться? Куда ты собрался? А, куда Ну, надо собрался? осмотреть другие двери, может быть, не? Так у нас же нет ключей ни в какие Ну, двери. да, ну надо как-то искать какие-то способы, чтобы пробраться дальше по этой Ну карте там вон, и глянь, кстати, исследовать ее. какой-то чувак, смотри, он там какой-то вообще подозрительный. Он там раньше был? А? Вон Что? там, смотри, какой-то чувак странный. Где? Вон. Я ничего там не Видишь? вижу, не. Да вон там, в углу, ты что, дурак? Вон Туалет он. вижу. Он просто О! сливается А что с это мы окружением. сразу не заметили его или Да он, что? наверное, был здесь, а мы его не заметили, потому что, короче, Ой, а он кто это, глянем, незаметный, тут он как мужик какой-то. ассасин. Ассасин. Ассасин Ассасин. скрыт. Скрыт. О, ты посмотри, брат Ну какой-то да, ассасин. вообще. Вообще, да. Ого. Ребят, напишите в комментарии, как правильно говорить слово ассасин или ассасин. Ассасин скрыт. Скрыт. Вот. Короче, он скрыт тут действительно очень хорошо и очень неплохо. Ну что, будем с ним Да, а разговаривать? и подожди, а чё, я, да, опять буду Ну а разговаривать с мужиками кто? какими-то незнакомыми. Вдруг он меня уволокет куда-нибудь. Посмотри, какой я Ну он маленький, вроде какой он большой. улыбается там, у него доброе лицо. Или Да? это усы? Или это Где? усики, пропуск в трусики? Чего? Что за словечки, Лиль? Я не знаю, Как где вы... А такого что это за сундук, набралась. глянь, а? Не знаю. Мне кажется, это его сундук. Лучше туда не О, карта лазить. второго уровня, нифига себе. Да, ты забрал? Да. А вдруг это его карта? Ну и что? Да ладно, давай поговорим, что он там скажет. Неужели вы так и не поняли, что здесь происходит? Вам срочно необходимо проснуться. Все, что вас окружает, иллюзии, ничего больше. Но чем дольше вы останетесь тут, тем дальше вы становитесь от вашей реальности. А, ну понял. Поспешите, иначе вы навсегда останетесь в мире грез. О, как так? Но как нам выбраться отсюда? Мы очень хотим покинуть это место и вернуться домой. В сундуке хранится пропуск измерения второго уровня. Он поможет отыскать верный путь. Ну, собственно, понятно это. Мы уже Все подняли тебе из сундука, понятно? да, второго Да, потому уровня. что кто-то своровал, Почему стырил. сорвал? Ну, я знал, что все равно для Без нас. Спасибо, дядька. разрешения, без разрешения. Да? Вот, нельзя тогда, это называется воровство. Че, пойдем? Куда? Ну, куда-куда, во Это второе туда, в эту адскую измерение. комнату теперь, да? Ребят, небольшое объявление. Если хотите продолжение, то давайте наберем 5000 лайков. А если ты не подписан, то обязательно подпишись, чтобы не пропустить новые видео. И не забудь нажать на колокольчик. А теперь продолжаем. Приятного просмотра. Ну да, в адскую комнату, оттуда еще куда-нибудь. Ой, Что, этот что, что? О, вот. Фредбер тут ходит, или как его зовут, опять забыл. Ну, кстати, вот Ну, когда тут все так мирно и по-доброму, тут очень Фредбир, даже по-моему, мило. да, который желтый и, ну, он в Голден кафешке. Фредди. Голден Фредди? Ну да. Ну, не знаю. Так это, наверное, один и тот Так, же. подожди, я беру второго уровня карточку. Бери, бери. Открываем, да? А нам первое, ну... А, или Ах, она подойдет? да. А, я думаю, подойдет. О, подошло. Ого, Подошло, что ура. это у нас тут? А? Ну, здесь ничего не поменялось. Все как было, так и, в принципе, осталось. Вот. Да, Че, можно пойдем? искупаться. Ну, надо попробовать в какую-то... Блин, вот туда вернуться или думаешь, нам не надо туда возвращаться, Я не знаю. Так, и где же Но дверь? надо, наверное, попробовать вот в эту дверь. Она вроде как за первым уровнем. Вот, наверное, вторая, да? Подходит? А почему тут не пронумеровано, ё-моё? Я тоже не понимаю. Так, ну, значит, мы тут вышли, да? Я познал. Ой, блин, там этот мальчик в розовой Чё-чё-чё-чё-чё-чё. футболочке и с Ой, бантиком он на меня посмотрел. жутковатый. Да, почему же? Но он Да. странненький, ладно. А, Но вот я, этот, кстати, подожди, слышала, он что-то отойди. говорил, то, что ты Чё? вроде симпатичный, да, вот. Что? Он про тебя там говорил. Чего? Я сейчас Да, пойду ему этот на так-то... мордасом надают этим ключом. Приходите. Слушай, И с вроде какой ему стати такой? понравился, Не, я не да. хочу не нравиться мальчиком. Все, ладно, пойдем.
Пойдем, пойдем, хватит. Куда, куда? Ты открыл дверь? Темы эти обсуждай. Пойдем, может, я не знаю, какую-нибудь другую дверь попробуем. Давай, Лань, попробуем. Да не, ну по-любому туда, ты же говоришь по счету. Видишь, тут не по... требуется, кстати, пятого уровня тут требуется. Ой, ой, блин, что такое? Я загорелась. Господи, Лиль, ты что? Осторожненько. Да блин, я не ожидал, что ты... Пойдем, кстати, вот, это открывается, а та, наверное, не открывается. Да, это не открывается, да. Ну ладно, и вот тогда это что, не пойдем? Открывается. Вот это открывается, смотри, тут наша любимая вентиляция. Ой, господи, прям перед носом. Заходи давай. Все. Блин. Все, тусуйся там. Слышь, ты что меня закрыл, блин, мне страшно. А, ладно, шучу, Лили, все, иду. Ну, просто у меня что-то это настроение сегодня какое-то веселое. Что там? Далекий коридор какой-то. Ну да, я уверена, то что... Чего ты там уверена? Здесь может быть что-нибудь плохое, не знаю. Да, опять? Да, слизняки, например. А нам точно сюда? Подожди, какое-то измерение второго уровня, что это значит, а? Я тоже ничего не поняла, что он говорил. Может, он того какой-то неадекватный, я не знаю. Какой-то ассасин, да? Ну да, может быть. Че, ладно, пойдем потихонечку, пойдем. Ну, пойдем, пойдем. Че мы тут? Ой, фонарик не потерял. Че ты везде свои фонари раскидываешь вечно, скажи. О, у меня, кстати, два фонаря. Пойдем, пойдем. Да я иду, видишь, я присядка. Медленная какая-то. Слышь! А ты думаешь, ты быстро, я за тобой. Я вообще молниеносный, смотри. Ты молниеносный, да ну. Да. Да, конечно, прям молниеносный, что прям вообще. Тихо, чё, поворот чё, будет чё, там по-любому какая-нибудь, не? Да а? Какая такая, да хватит. О! Ой, Лиль, опять, по-моему, опять нас этот говнючий кошмар. Уже не страшно, даже если честно. Да? Достали, вот просто, ну я, конечно, покричал чуть-чуть, но... Ой, опять она к нему пошла, глянь. Она не к тебе, да, ты уже, наверное, начал надеяться такой... У Лени она танцует там рядом с ним. Ладно, ну, что, нам надо, мне. Наверное, вооружиться на этот раз. Я как-то неожиданно, я на тебя в этот парнишка. Момент смотрел. А, ага, что? А вон и твой парнишка, он там тусует. Не мой, хоть прикалываться. Я на тебя смотрел и не ожидал его, и он прям сбоку напал, и все, и кобздец, понимаешь? Ну да. Ну пойдем ну, тогда. Ну ничего, мы сейчас ему наваляем, да. Мы теперь готовы. Пойдем, хотя, скорее пойдем, всего, пойдем, его пойдем, там быстрее. Уже не будет, как всегда. Да, пойдем. Так, а где ключ-то? Почему его не будет? А то сейчас, ну я не знаю, обычно они всегда по одному разу пугают, а потом пропадают. Надо бы, я не знаю, может быть, ты может мы делаешь? Найдем какое-нибудь зелье летательное зелье, чтобы вот вернуться, как думаешь, а? Не могли бы вообще вернуться обратно. Бля, какая яма вообще. Обратно. Ладно. А зачем тебе, кстати, туда? Не знаю, мы чем смогли. Нам же надо еще к спринт-трапу. А, то есть к фиолетовому человеку вернуться. А, ну да. Ну я думаю, может, мы его как-то еще впереди найдем, как вот нашего пойдем, этого пойдем, мы нашли пойдем. Брата. Да иду. Сейчас иду. Подойдем. Будем красы, смотри. Или... Да, вот сейчас тут подходим, стоп. Сейчас я фонарь вешаю. Опс. Один фонарь есть. Нифига, как он ярко светит. Так, еще. И, короче, я уже... Стоп! А что такое? Что? Нет его. Ты меня напугал. Чё там? Нет тут его. Тут дверь, тут нет никого. Ну, как обычно, в принципе, они так всегда. Один раз испугают, и все. Так, а это что? Это дверь какая-то? Чё, я открываем? Я не знаю, что это за дверь. Или там какое-то месиво. Ой-ой-ой, я не можешь, знаю. Я пойдём не туда? Не хочу туда идти, нет, я чё, туда не пойду. Домой? Спать пойдем. Ну... Я не знаю, если бы можно было вернуться домой, было бы неплохо. Вот, я не знаю, что делать. Пойдем. Что это? Тихо, осторожненько осмотримся. Давай, что это тут? Ай, бьют. Ой, ничего себе. Ай, это крыса. Бей, нифига себе. Да я бью, они сильные. А, тут еще слизняки вонючие! Вонючие слизняки, от них воняет говном! Так, каким говном? Хватит! Блин, так, не подставляйся! А, стоп, привидения! Они... Да, они не злые! Ай!
чё, так, я тебя ударила? Так, я не знаю, кто кого ударил, что-то непонятно вообще творится. А-а-а, крысы! Бей! Может, выйдем, передохнем немножко отсюда? Не, стоп. Нет. Так, один фонарь сюда. Слизь какая-то, да? Да, это нам для коктейля. А стоп, Лидия, эта комната не напоминает ничего? Господи, Лили. Ой, так это же та же самая, да блин, не дадут потрындеть. Охренеть. Нормально. Тут ты видишь, что произошло? Мы похожи куда-то, я не знаю, это как параллельная реальность получается, или это будущее? Да, он говорил то, что это второе измерение. Смотри, тут все дети погибли, и духи остались, их и крысы, и какие-то твари вот эти ползучие. Ой. Брательник, да, вот тут стоял, теперь он тут сидит. Один скелет остался. Может быть, это нам показывает наше будущее, чтобы мы его предотвратили? Не знаю. Я думаю, об этом мы узнаем в следующих сериях. В следующей серии, да. Ребята, всем пока. Пишите свои предложения и предположения. Мы обязательно почитаем. Вот, и лучший коммент попадет в следующий выпуск. Всем пока. Всем пока.